У ивановского наркодиспансера украли ворота. Фирма, подрядившаяся их поправить, сняла створки с петель. Поставили металлическую конструкцию рабочие, конечно же, там, где и надо, возле помойки. Сотрудники уголовного розыска разбираются в обстоятельствах кражи металлических ворот одной из лечебных организаций города Иваново. Известно, что фирма, занимавшаяся улучшением ландшафтного дизайна территории учреждения, обязалась заодно поправить и покосившиеся металлические ворота. Их сняли со стоек рабочие и на время оставили без присмотра возле мусорных контейнеров. Нет ничего удивительного в том, что ворота тут же пропали. Оперативники, получив заявление о краже, предположили, что массивную металлическую конструкцию сдали в пункт приема металлического лома. Вскоре удалось выйти и на того, кто прибрал по виду бесхозные ворота. Он оттащил ворота в сторону, а затем вызвал грузовую автомашину, с помощью которой отвез их в пункт приема черных металлов. За похищенное мужчина получил около 2500 рублей, которые потратил на наркотические средства. Сколько вы за них получили? Я за них получил 2500. 2500? Я за них получил. Ага. Подозреваемый в краже ворот наркотики употребляют уже на протяжении примерно 4 лет. Это весьма тяжелые наркотические вещества, которые приводят к быстрой деградации личности. Что употребляете? Соль. Соль? Синтетические ПВП. А что ж вы так, других радостей в жизни у вас не находится? Уже нет. А что случилось? Ничего. Что? Болезни, уже все там, с 18 года все. Мужчина нигде не работает. Промышляет он как раз сбором металлолома. За похожую кражу чужого металла уже привлекался к уголовной ответственности. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Его проверяют на причастность к другим криминальным эпизодам на территории Ивановской области.